тут что сказать, а проиграли ребят, конечно, все недовольны. Надо готовиться к следующему матчу, сделать правильные выводы. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Надо всем немножко подумать, настраиваться на следующий матч. Надо эту игру уже выбросить из головы и готовиться к следующей игре. Агрессивность Тамура на старте, активность впереди, она как-то обескуражила команду или нет? Да нет, в принципе, это начали вытаскивать матч, да, с 0-2, как бы ребята вылезли, молодцы. Думали то, что дожмем, но, к сожалению, не получилось. Это привело к отрицательному результату. В эпизоде с вашей заброшенной шайбой пошли до конца, почувствовали, что Артем отдаст передачу? Ну да, как бы ждал, конечно, Федя здорово отдал. Осталось попасть в пустые ворота. Илюха сначала тоже классно отдал Федьке. Хорошую шайбу забросили. Но, тем не менее, матч проигран, поэтому остается осада. И от своей игры пока, конечно, много вопросов. Буду думать. В неравных составах у нас сегодня много и не получалось. С чем это может связать? Нехватка сыгранности? Не знаю, ребят, чего не хватило. Не хватило забитой шайбы. Будем над этим работать.